стало уже такой доброй традицией, хорошей доброй традицией, когда дети из воскресной школы вместе с пастухами, с мудрецами, с ангелами и вместе с нами принесли свои дары к Богу Христу, чем мы дадим вам возможность поделиться своими дарами. Gracias.
Господом, и книга книг Евангелия несет благую весть и возвещает людям всем такое откровение. Родит Мария чистая, Спасителя нас всех. Младенец, что появится от Духа Святобожьего, и Богом назван будет Он, Иисусом и Христом. Чудес по сказкам множество, мы славим чудо Божие, неизреченно в ясниках родился наш Христос. И вместе со пришедшими, с звездою Вифлеемскую, семейство свято-чудное, поздравить не спешим. Как радостно нам праздновать рождение Сына Божьего, и каждый с верой чувствует, как Господом любим. Написала это стихотворение прихожанка нашего храма Никитина Нина Павловна. Я
благодарим. Мы благодарим. Да, мы очень всех хотели поблагодарить, все очень старались. Вот, в этом году у нас... Хочу поблагодарить родителей, тех, кто заботился и подготовил наш замечательный коллектив. Вот, Олег, у тебя конкуренты появились, вот, и это я обратился к Ревенту. Вот, но на самом деле вы сегодня, ребята, молодцы. Вы сегодня сами сделали большой-большой подарок для каждого, кто здесь стоит. Смотрите, сколько здесь людей, 100 человек. Вот вы сегодня в 100 сердцах, людям положили радость, в 100 сердец. Потому что самый большой подарок – это радость. Если радость живет в сердце человека, то ему ничего не страшно. Вы сегодня думаете, что у вас еще впереди очень-очень много хороших творческих успехов. Господь благословит те семена добрые, которые есть, уже заложены в ваши сердца. И они приносят очень много талантов. Вы будете очень много еще делать добрых, хороших, радостных дел. Ну, а поскольку вы уже, можно сказать, профессиональные колядовщики, уже вы сегодня колядовали по всем правилам, то за те колядки вот вам награда шоколадки. Спасибо. Давайте еще раз похлопаем, ребята. Давайте мы потом. Так что праздник не заканчивается, всех попросим одеться, ребята, воскресная школа заканчивается возле нашего маленького вертепа, который на улице, и дальше пройти уже на продолжение праздника в помещении.